Всем привет, с вами Саня Варин, это бесконечный летом мод под названием Лифт, и мы посмотрим, что же произойдет, почему именно лифт и в чем прикол. В этой модификации будет дофига мата и сцены с сексуальным характером, так что готовьтесь, кто не хочет, не смотрите, а кто хочет, смотрите. Я буду это не читать, вы сами посмотрите. И, короче, в этой модификации наш главный герой помнит только свое имя, фамилия и возраст. А все остальное, как вы, наверное, увидели и прочитали, он не помнит ничего. Но сейчас узнаем, почему, что с ним случилось. Я вышел из квартиры и закрыл дверь. У меня еще есть час. Пронеслось мне в моей голове. Я облокотился на подоконник и достал сигареты. Достав сигарету, я убрал пачку и достал зажигалку. Я прикрыл и сделал тягу. Дым преодолел все преграды, прорвался в легкие. Да, а потом наоборот. Я, как и всегда, стоял курил. Окно не то, так как было холодно. Я курил, потушил сигарету и открыл окно, выкинул бычок, и я его закрыл. Я спустился на восьмой и сел в лифт. Я нажал на первый, и лифт потихоньку поехал. Но в один момент остановился. Я нажал на первый этаж еще раз. Ноль реакции. Только не говорите, что я застрял. Я достал телефон и позвонил лифтерам, обслуживаемый район. Здравствуйте, я застрял в лифте по адресу. Здравствуйте, сейчас я вышел к вам лифтеров. Спасибо, до свидания. До свидания. Я сбросил вызов. Я сел на корточки и закурил. Прошло 2 часа, а лифтеров так и не было. На телефоне осталось 50%. В пачке 10 сигарет от 15. Мои ноги затекли, и я резко встал. Лифт затрещал. Что за... Всех послушался ляск, и лифт не напрекривался на бок. Что за... Слышится еще один ляск. Лифт летит вниз. Вместе с ним лечу и я. Вся жизнь проносится перед глазами. Удар... Вот так я забыл все. Все, кроме своего имени. Боль я и не почувствовал. Я сразу же ушел в отключку. В отключку на очень долгое время. Глава первая. Советок. Вы спросите, почему в плане сексуального характера все? А вот чем прикол. Потому что там у нас род Мику там есть. Да, у нас Мику. И там будет такое... А вы увидите сами, короче говоря, но в плане того, что будет, я не знаю точно. Вот так вот сказать. А, как я сюда забрел? Спросил я себя. Приехал в лагерь, а меня даже никто не встречает. Я позвоню маме. Алло, мам, привет! Привет, сынок, ты уже заселился? Я заблудился, мам. Ты сейчас где? Я осмотрелся. Похоже на медпункт. Ты был на площади? Там еще памятник где стоит. Ага, был. Возвращайся сюда и от памятника вперед. Спасибо, мам. Пока. Люблю тебя. Пока, сынок. Я тоже тебя люблю. Веселись там. Жаль, что мама тут была. Я пошел на площадь. Придя на площадь, я остановился. Нужно же быть таким везунчим. Когда ехал жара, когда приехал дождь. Я приехал в этот лагерь, чтобы выполнить один из пунктов того, что должен сделать до совершеннолетия. И приехал очень не зря. В моем торте очень много красивых девочек. И я, по-моему, влюбился. Еще хорошо то, что это мой первый правильный выбор. Ух ты. Я, как обычно, лежал на песке под палящим солнцем и наслаждался жизнью в лагере.
В этом отдаленном месте я мог быть один. Как же хорошо, что я поехал. Да, поехал в этот лагерь. Зашуршали кусты, из них вылез Егор. Так и знал, что ты тот. Зачем я сказал? Егор вынул из команды пачек сигарет. Че ты куда стал? И зачем ты их вообще принес? Попробовать захотел, а ему страшно. Цунь. Ну, давай. Один раз жрём все-таки. Курить вредно. Очень вредно, я вот честно скажу. Егор дал мне сигарету и зажигалку, и я сразу же прикурил и сделал тягу. Что это было? А я сказал, что когда начинаешь курить, то ты будешь кашлять. Чувство знакомое и приятное. Его прикурил и сделал тягу. Вот что он сразу же закашлял. Ты уже курил, что ли? Нет, ну чувство знакомое и приятное. Лови! Его кинул мне пачку и зажигалку. А Алис вернуть? Она мне их в карты проспорила. Не твои. Спокойной ночи, Саш. А спокойной ночи, товарищ вожатая. Саш, ты можешь звать меня Олей? И усмехнулся. Я отвернулся и начал думать о том, откуда мне знакомо курение. Что это был за подъезд? И вообще, почему я это увидел? Так мысль за мыслью, я погрузился в мир Морфея. Сон. Если честно, с первого взгляда, правда? Через пару секунд произошел самый приятный момент в лагере. Нет. В жизни. Вот этот момент называется. Наши губы очень крепко прикасались друг к другу. Глаза были плотно закрыты. Когда я ехал в лагерь, я не думал, что тут найду любовь. Нет. Даже лучше. Любовь всей жизни. Нашел хороших друзей. Ребят, я так люблю вас. Что-то мне этот друзья, если он так сказал, если честно. Беги! Нику бросил в сторону лагеря. Главное, чтобы она была в безопасности. Деревенские пары накинулись на меня. Было их пятеро. Сначала я как-то отбивался, а потом меня повалили и начали сбивать. Я! Удары прекратились, и Егор помог встать. Спасибо. Сказал я Егора. Не за что. Погнали. Я и Егор начали отбиваться деревенских. Началась драка. Дрались мы долго. Я ударил одному из деревенских кадык. Он успел дать мне по лицу и упал. Ты в порядке? Лучше некуда. Мы начали смеяться. Как ты меня вообще нашел? Мику сказал, что у тебя проблемы. Хотел пойти со мной, но я запер ее в домике. Красавчик. Драка продолжилась. Кое-как мы выбрались из этого ада победителями. Вернувшись в лагерь, мы выслушали свой крик от вожатой. Потом мы пошли в медпункт, где Вио нас осмотрела. Еще и Егора хотел прибить Мику. Это было так смешно. Ух ты. Ну, вы поняли, почему я сказал ух ты. Сынок. Папа умер. В один миг во мне смешалось множество чувств. Хотелось плакать, кричать, смеяться. Но больше всего хотелось курить. Саш, мы уже начинаем линейку. Но я уже не слышал, что она говорила дальше. Я просто пошел на остановку лагеря. Я упал на траву и закурил. Не верю. Пап, я не верю. Я не верю, что ты умер, пап. Не верю. Такое чувство, будто все в мире стало другим. Опустила. Но опустила только моя душа. Я заплакал от горя. Зачем вы еще пришли, ладно? Мику кинулась меня обнимать. Ольга нам все рассказала. Похороны пройдут в день после окончания смены. Мы будем с тобой. Егор подошел в обнял меня. Мы сидели так очень долго. Обняв друг друга. Я не знал, что мне делать. До похорон 4 дня. Я пытался повеселиться, но ничего не получалось. Все влоги пытались поддержать меня, за что им огромное спасибо. Конец смены. В лагере остались я, Мику, Егор, Ольга и Виола. Я, Мику и Егор спали в одном доме. Я спал с Мику на кровати слева, а Егор на кровати справа. Настал день похорон. Все были одеты в черное.
мама плакала. Не знаю почему, но с того момента, как мама сказала о смерти папы, мне не хочется плакать. Мне не хочется совсем ничего. Я улыбнулся, вспомнил, как мы ездили на рыбалку. Вспомнил, как он налил мне впервые шампанское на Новый год. Я вспомнил, как он был добр ко мне. Мама и Мику держали меня за руки. Егор же просто стоял рядом, но я чувствовал ужасную поддержку с его стороны. И сейчас я освободился от рук мамы и Мику. Отойдя на 20 метров, я сел под дерево и закурил. В голове уносилось множество мыслей, или же наоборот, не было ни одной. Это я не мог понять. Докурив, я вернулся к могилке. Как бы сказал папа, все повернулись на меня. Я натянул руку и показал большой палец. Не нужно жить прошлое. Можно, конечно, вспомнить о людях, покинувших нас, о веселых моментах, но можно идти дальше, несмотря ни на что. Ударил молния и пошел дождь. Оставшееся время похорон я часто уходил курить, пока в пачке не осталось сигарет. Потом мы уехали домой, где я сразу же лег спать. Где это я? Глава вторая. Возвращение. Открыв глаза, я увидел, что лежу в кровавой комнате. Во мне почему-то не было ни капли страха. Я встал на ноги. Все тело болело, особенно ноги. Поэтому я присел на стол посередине комнаты. Странно это все. Как я здесь оказался? Каким боком меня сюда занесло? Когда ноги немного перестали ныть, я встал и вышел в другую комнату. Да что здесь происходит? В окне на стуле сидела какая-то кукла, а в другой комнате стоял манекен. Блять, это напрягает. Я начал идти в комнату с манекеном, когда скрипучий пол подо мной провалился. Когда картинка в глазах более-менее словила концентрацию, я задал себе вопрос. Почему я не чувствую боли? Эхо раздалось по всей комнате и больно отдавалось в ушах. Черт! Эхо начало увеличивать свою громкость. Я закрыл глаза. Черт! Я закрыл уши руками, но это не помогало. Я встал на ноги и не открыл глаза. Я пошел в сторону неизвестности, стараясь выйти из комнаты. Упал из-за моего рта пошла кровь. Упал из моего. Что происходит? Я очнулся на полу чистой палаты. Все тело болело. Подняться не было сил. В палату зашел мужчина лет 30 в белом халате. Кто вы? Я твой доктор, Алексей Артемович. Как же рад, что ты вышел из комы. Из комы? Да, тросы лифта оборвались и упали вместе с тобой. Доктор усадил меня на кровать. Я ни черта не помню. Как тебя зовут? Саша. Сколько тебе лет? 17. Как зовут твою маму? Я не знаю. А отца? Не знаю. У тебя амнезия. Черт. Твой лучший друг. Егор. Доктор Стан посмотрел на меня. Твои лучшие друзья, Артем и Денис. Ты не знаком ни с каким Егором. Значит, и Мику тоже. Давай я расскажу о тебе. Ну, давайте. Тебя зовут Хвалевцев Александр. Тебе 17 лет, учишься в 11 классе. Ясно. Можно попасть одному? Да, конечно. Офигеть. Значит, могу сказать, информация от Бога. Просто. Тебя зовут то-то, то-то, тебе 17 лет, учишься в 11 классе. Информация просто вот в таком высшем уровне. И поэтому должен быть такой, я все вспомню, я знаю, кто у меня, я знаю свою маму, папу. Да ни черта подобного. Да что поделать? Странно с этим. Вот что. Кто-то вышел из палаты. Я лежу и слушаю тишину, как... А тут взлетел парень, а следом ему еще один. Как только я увидел их, в моей голове промелькнуло следующее. Артем, 17 лет, лучший друг Дэна и Саши. Весельчак. Денис, 18 лет, лучший друг Артема и Саши. Разбирается в технике. Нормально. Ох, парни, я походу вас помню. Они посмотрели на меня удивленными взглядами. У меня амнезия. Как так? Как Лид вообще упал? Я ничего не помню. Я помню лишь... Я рассказал парням все события из комы. Пиздец. Блять. Ага. Че, пойдем покурим, что ли? Все согласились.
Тут троим пошли. И я кислит ударил в глаза. Поначалу показалось, что весь двор в больнице в крови. Я протер глаза. Мы закурили. Долго я был в коме, парни. Где-то 3 месяца. Пипец, всю весну проспал. Выспался? Не, ни капельки, сказал я сарказмом. Мы стояли курили, парни рассказывали мне о том, что произошло, пока я был в коме. Сначала была одна сигарета, потом вторая, затем и третья. Там подсказка была. Ладно, парни, еще увидимся. Да, высыпайся поскорее. Давай, мы завтра зайдем. Мы обнялись и разошлись. Пианист? Пионерская тим? Парни подогнали мне пачку сигарет. Пришел в палату и сразу же лег спать. Кто я? Кто вы? Что я здесь делаю? Я жив? Я не помню, что я не прочитал третьего плана. Через месяц меня выписали из больницы. Я вышел совершенно здоровым и обновленным в люди. Только вот одна проблема. Я помню только Артема и Дениса. Смог вспомнить еще лишь маму и папу. Но больше никого. Я сразу как мог вспомнить всех и вся, но не помню. Парни показали мне все места рядом с домом и чуть подальше от него. И вот вроде бы конец всем моими воспоминаниями, ведь я вспомнил только самых близких людей. Но произошел один случай. Поедешь? Да, конечно, последний год до 18. Да, собирайся, завтра выезжаем, билет мы тебе купили. Окс! Бля, парни, я жестко проебался, отправка была 2 недели назад. Черт, серьезно? Да, но нас там все равно сегодня ждут, так что пошли на остановку. Сел в автобус, все уснули. Больше процент моего багажа составляли секреты. 2 блока. А остальное так, по мелочи. Когда мы приехали, нас заселили. Позже мы пообедали и пошли на речку. Почему-то все, с кем я знакомился, были мне не ужасно знакомы. Алиса, Слава, Ольга, Дмитрина, Женя, Шурик, Ульяна, Лена, Виола. Но одна вещь повергла меня в шок. Под вечер первого дня, гуляя с парнями по лесу, мы наткнулись на... Я остановился, увидев их, а они остановились, увидев меня. А вы хотите сказать, они помнят его, а он такой... Он в коме лежал. Как они его помнят? Он даже там не был ни разу. Он только один. Или был, или не был. Ты тут уже... Запутаница. Я отвечаю. Саша? Санек? Подлетев в мику, я уронил Артема и Дениса на землю. Я сразу же поцеловал мик. Да. Наши с мику кубы вновь были плотно прижаты друг к другу. Ты ебанутый? Нет, ну реально ты ебанутый. Но я их уже не слушал. Все мое внимание было лишь к мику. Да, количество мата прям зашкаливает, я честно скажу. Ну ладно. Как позже оказалось, Егор и Мико тогда тоже лежали в коме и решили съездить в этот лагерь, найти знакомых из комы. Как, впрочем, и я. Трою? Они троем лежали в коме? А чё, а кто, а как они? Я жил с Артемом, а Денис как оказался с Егором. Придя в домик, мы сразу же бахнули спать. Где я? Ух ты, блин. Ну, здрасте, тень. Давно не виделись. Нормально. Понял. Привет, владыка сия лифтов. Кто ты? Да. Нормально называется. Ну ладно. Спросил я слегка трогнувшим голосом. Я темный. Твоя вторая личность. Я чувствую, блядь, на психа тебя похоже. Съеби из моей головы, сука! Ты тише, тише. Если бы даже хотел, не смог бы. Я и ты одно и то же. Как Бонни и Клайд, только мы не любим друг друга. Почему ты решил появиться у меня в голове? А затем, чтобы... убить тебя? Мои глаза открылись, и я подскочил с кровати. Сердце бешено стучалось, и я смотрел комнату. Никого не было. Блять, куда этот черт смотал с утра? Я кое-как встал с кровати и пошел к умывальнику. Умывшись холодной водой, я снял футболку и окатил всех водой.
Очень хорошо помогают от жары. Бля, прям как в рекламе. Я пошел в лес и закурил там. Класс. Сказал я, сделав тягу. Согласен, нельзя, приехали. Я оглянулся вокруг, никого не было. Я сверху. Я поднял голову, увидел. Привет, за что, охуел? Привет, что делаешь? Да так, пара флюк от Алисы убегал и сюда залез. Из-за чего убегал? Секретная информация. Окей, крепко хоть держишься? Крепче некуда. В этот момент ветка, за которой Артём держался ногами, сломалась. Артём полетел головой вниз. А ёбаная ветка упала на меня! Артик, ты там живой ещё? Артём не подавал признаков жизни. Я тебя захуяю, понял? Это был сам когда-то. Я кое-как взял своего друга на руки и потащил медпункт. В его медпункте не было, поэтому я просто положил Артёма на кушетку и дал заднюю. Будет какой-нибудь визуальный навыл, то игрок бы получил достижение, что он друг года. Разменил горн, поэтому я пошел к столовой на обед, ведь завтрак я удачно проспал. Поев, я, Денис, Егор и Мику пошли гулять по лесу. Погуляв, мы разошлись, и я пошел проверять Артика. За 9 минут я видел, что медсестры все еще не было, а Артём сидел около шкафчика с медикаментами. Там что делаешь? Артём встал во весь рост. Фанфурик ищу. Я поднес руку к лицу, сделав фейспалм. Пошли отсюда, ебаклак. Да погоди ты, я почти нашел. Я чувствую это. Я подошел к Картику и взял его за шкику, подошел с медпункта. Стоять, я еще не закончил. Ты сегодня в роли диджея на дискотеке, так что его на ной, после этого еще нажрешься. Нормально. Хорошо, друг. После того, как я вытащил Артема с медпункта, мы вместе с Егором и Денисом таскали аппаратуру. Провода, колонки. И вот настал момент дискотеки. «Вы готовы зажечь?» — крикнул Артём в микрофон. Все закричали положительный ответ, и он включил музыку. Да, ты, блядь, серьезно? Даже из вожатых не следи за дискачом, не врубай хуйню, бро! Окей, я сейчас что-нибудь включу. «Уже лучше!» — крикнул я, перекрикивая музыку. Мы пустились в пляс, кто так мог. Егор скакал на одной ноге. Денис танцевал брейк-данс. Что ты? Боже. Да тут с ума сойти можно, честно скажу. Мику мило прислал неизвестный мне танец. А я ставил сигарету в зубах и тряс тихонько головой притаптанной ногой. Если хотите дослушать песню, то не жмите пробел или же левую кнопку, потому что идти ты. Слава богу, спокойно. Артём выбежал к нам. Разошлись места для танцев все, кроме нашей компании. Осталось только я, Денис, Артём и Егор. Да, кстати, как ходят парни без формы только потому, что комплекты закончились. Мы читали, начали танцевать тектоник. Когда подошел момент, то мы и начали петь. Помню 2007 год, Диз за Дизом записывал Димашок. Были же из всех живых, Миша Горшок. Я с кентами пришел на заброшенный завод. Бля, водка рекой тусовка и зовет. Сейчас все не такое, город уже не тот. Технот из дабстепс там всю ночь нон-стоп. Бля, не смогу. Темно и цвет один с тропбоксом, ёпты. Лазик нашел, нахуй я сюда пришел. Ёбнул шот, сразу же стало хорошо. Тут в бумаге будет хоровод. Кто-то бьет себе на свитшот, кто-то фристайл мысли ебет. Пойду покурю на улице, свежо. Ведь уже конец мая, студента пьет. Она не такая, но кладешь ее в рот. Снова не помню, снова не понимаю, что я делаю тут. Да боже, сколько мне надо читать? А джонги сидят на полу и ждут, когда все когда же приедет первая маршрутка, и танцпол опустил, как будто, и почти опустила водка, а рядом какая-то стрёмная тетка. Автопилотка остановки ведет автобус, пусть падают в лу, пьют джин-тоник. Ухожу в отроп, но вдруг мой труп оттормошит контора. И в ухо мне стоят: молодой человек, а что у вас за проезд? Я только открываю глаза и просто вижу, как весь ебучий автобус встает и начинает танцевать тут, уёв в тектоник. Боже, ну да остановите уже, пожалуйста, я не могу. Да иди ты уже наконец-то, ебать.
Вот что думаете, что хуже? Читать просто, или блядь, вот это подпеть? И вот это хуже становится, потому что у тебя челюсть начинает болеть. Артем включил спокойно мозгу, чтобы все могли немного отдохнуть. Я сел в тени площади и закурил. Я выпустил дым в небо. Куря, я заметил, как Артем глазами показал мне на миг. Если хотите дослушать песню, то не жмите пробел. Или же левую кнопку мыши. Да. Идем дальше, короче. Смотрим. А теперь кавалер приглашает дам на танец. Я Саш потушил сигарету, съел жвачку и подошел к Мику. Можно вас? Сказал я, убрав левую руку за спину, а правую подавая Мику. Конечно. Она подала мне свою руку, и мы сразу же вышли на середину площади. Нормально. Саша подходит, может, туда сказать почти. О чем ты сейчас думаешь? Спросил меня Мику. А в моей голове только ты. Ответил я и улыбнулся. Егор танцевал с Леной, Дениса, Славей. Артем с Алисой, хоть и недавно убегал от нее. Нашло время пошутить, называется он. Мику, я тебя люблю. Вырвался из моего рта. Я тоже тебя люблю, Сашенька. Знаешь, я даже рад, что этот лифт упал. Я рад, что попал в кому. Ведь там я познакомился с тобой. Да что будет, если я не вспомню всю свою жизнь от А до Я? Да ничего. Ведь сейчас мне нужна только ты. Друзья, я крепкая сигарета, которая будет давать ощущение, будто я все еще в коме, будто я все еще сплю. Но я-то все равно буду знать, что это не сон. А вот это зря сказал. После танца мы пошли в лес вместе с тремя бутылками водки, которые припас Денис, и с 12 бутылками пива, которые привез Артем. Никогда в жизни не пробуйте алкоголь. Вообще никогда в жизни. Вам, я отвечаю вам, лучше никогда в жизни. Вредно вообще. До такой степени вредно, чтобы там... Удивитесь. Хрен знает, как они привезли это все, а не мастера в этом деле. Да я вам отвечаю. А ты докажи. В лес мы пошли четверо, девочки же пошли в баню. А Денис сказал, что раскатает нас всех в карты. Артем и Егор вылетели первые. У меня был козырной тос, и я выиграл Дениса. Кинув сначала козырной тос, а когда он его взял, я кинул четверку бубы. Ебля! Че тебе делать будем? Эх, это вообще. А может за девчонкой подглянем? Нееее. Это уже во многих модах использовалось. Будет бахья. Какие нахуй моды? Нахуй я бухуй. Ух, сука, со смыслом. Согласен с Артемом. Проснулся я от сильной головной боли. Бля, что вчера было? Черт, нихуя я не помню. Сказал Артем, только что проснувшись. Некоторое время мы просверлили друг друга взглядами, потом пошли к умывальнику. Такие кипнули, пошли. Придя к умывальнику, мы сразу же начали пить воду. Первым напился я. Артем не оставал, поэтому уже через пару секунд отцепился от крана. Так-то лучше, согласен. Чего-нибудь вспомню? Только что мы говорили о каких-то модах. Это я тоже помню. Прозвучал город, и мы, включив нуар-мод, пошли слово. Нуар-мод. Зайдя в столовую, мы нашли свободный столик. Дениса, Егора, Мику не было. Ля, мы с тобой хоть как-то держали себя в руках, а вот Дэн и Егор... Да они в сопли ужались, это я точно помню. Такое нельзя забыть. Весь остальной завтрак мы разговаривали о всякой чепухе. Когда все было съедено, мы отнесли поднос и вышли из столовой. Вопрос один. Где Мику, если она не пила, да? Я кинул. Бля, я супер разум, нахуй. Нет, Артем, ты не супер разум. Ты алкаш, блядь. Ну это тоже. Опять наши глаза встретились безжалостно на поединке. Слышь, Сай, можешь пора прекращать? Ага, а то перебор. Мы отряли друг другу взгляды. Ладно, я в лес покурить пойду. Ты со мной? Не-е-е, я лес подожду. Удачи тебе в любовных начинаниях. Я быстро ретировался в лес. Я сел под дерево и закурил. Перед этим я убедился, что никого на ветках не было. Тяга за тягой ушла сигарета. Потом закурил вторую, затем третью.
Выйдя из леса, я забрал Мику из домика. Как казалось, завтрак она проспала. Мы гуляем по лесу, как вдруг... Ну чё, родород, погнали нахуй! Ёбаный рот! Чё это было вообще? Чёрт! Как же голова болит! Саш, ты живой? Да, я живой! Я спускаюсь к тебе! Нет, лучше беги в лагерь, позови парни, а я пока что поищу выход. Хорошо. Послушайся топот Мику. Надеюсь, сама не провалится. То есть сейчас я заметил, что в метрах 100 находилась дверь. Кое-как поднявшись, я пошел к ней. Я пытался покрутить вентиль, но вместо того, чтобы открыться, дверь к чертям отвалилась, и я вместе с ней вылетел в... Черт! Сказал я, поднимаясь с двери. Только сейчас я понял, что нахожусь в... Откуда под детским лагерем, блять, бункер? Я начал смотреть данные мне перед глазами сооружения. Сразу же мне в глаза бросилось то, что выход только один. И сразу же после отсутствия второй двери мне в глаза бросилась лестница, ведущая наверх. Забрав, что не оказался за памятником Генды на площади. Я видел, как Мику и Денис бежали в сторону леса. Набрав легкий побольше воздуха, заорал. Стоять боялся! Все пьяни оторвались от своих дел, посмотрели на меня, в том числе и Мику и Денис. Здорово! Я будущий шахтер. Как хорошо, что ты в порядке, Сраженька. Как ты выбрался? Там за Гендой есть лестница, а она выводит из этих туннелей. Чувак, я согласен с Мику в том, что хорошо, что ты в порядке. Я очень рад, что не придется снова тебе вытаскивать передряг. Сука, я усмехнулся. Парни рассказывали, что до комы моя жопа притягивала неприятность. Да и походу не только до комы. Оставшийся вечер ничем не отличался от других. Сначала немного погуляли, потом поужинали, а потом я просто пришел в домик и завалился спать. Прошло некоторое время. Мне 25 уже лет 5, как же я жду чуда, реальность чудо-юда, а кругом хуёво мастера юда. Ну как это найти? Сука, разных что-то было на моем пути раньше. Понятно, там песни музыки. Подождите, мои глаза резко открылись. Меня ослепил яркий утренний свет. Посмотрел на соседнюю кровать и увидел, что Артема все еще дрыхнет. Не буду его будить, пусть поспит. Одевшись, я вышел из домика. Выйти из домика, я сладко подтянулся, посмотрел на небо. Как хорошо, что мы сюда приехали. Если бы мы сюда не приехали, то я бы не нашел бы Мику и Егора. Можно ли сказать этому лифту спасибо за то, что он упал? Скорее всего. Ведь если бы он не упал, то я никогда бы не познакомился с Мику. На моем лице проскочила улыбка. Неожиданно дверь открылась, столкнув меня куда-то в кусты. Из домика вышел Артем. Артем собрался было пойти по своим делам, но я остановил его словами. Блядь, можно не поднять? Артем посмотрел на меня и засмеялся. Ты как там оказался? Ты меня спрашиваешь. Ну, а кого же еще? Ну, а кто же мог мне столкнуть дверь в эти кусты? Снова началась битва взглядов. На этот раз наша битва была очень жестокая. В этот раз никто не хотел прекращать. Мы были слишком захвачены духом битвы. Глаза начали болеть и слезиться. У Артема по виду его глаз тоже можно было понять, что глаза его не чувствуют себя в раю. Мы бы бросали так, пока кто-либо не умер, но... Вы ебанутые! Нас отвлек голос, и мы сразу отвели от друг друга взгляды. Вы чем, блин, занимаетесь? Ебет. Если честно, то нет. Ну и хорошо. Пошли курить. Ага, только мыться надо. Тот пошите быстрее, курить пизду хочется. Мы двинулись к умывальникам. Да. Быстро приведя себя в порядок, мы сразу же двинулись в лес. Сигаретный дым летел в небо. Я, Артем и Денис говорили о том, как мы проводим время в лагере. В разговоре я узнал, что Артем начал встречаться с Алисой, а Денис со Славой. Мне вот интересно, как вы предлагали им встречаться? Ну, мы с ней гуляли в лесу, и я как настоящий романтик. Ты отошел поссать, а пока ссал, тебя моча в голову ударю. Типа того. Ты, Артем? Ну, дело было вечером, делать было нечего. Ну, накатили мы с ней по рюмочке водки. Так мы уже все выпили, разве нет? На лице есть мигмук, ты сочила. Эх, жаль, что не фанфурика, сказал Артем грустным голосом. Короче говоря, вы с ней чуть не потрахались в каких-то кустах. Вообще-то все было у нее в домике.
сказал тем с важным видом. А Уля? Так это она у подруги ночевала. Понятно. Наш разговор продолжается до тех пор, пока не прозвучал гонг. Мы стали пошли снова по пути до Куйлы. Зайдя в слово, я увидел, как Мику сидела с подругами. Я заметил свободный столик. Как только хотел сообщить об этом парням, повернувшись, я увидел, что они уже ушли. Дэн Ксавер, а тем Карисия. Меня славя, Матриса! Я сел за свободный столик и начал трапезу. Я почти доел, как ко мне подошел какой-то парень. Ты кто такой еще? Слышь, пошли, будем поговорим. Я сразу встал. Пошли, почему бы и нет? Был за сильным ударом по столу и крикнул. Тебя не спрашивали. Краем глаз заметил, что Денис, Артём и Мику и Егор хотели встать и подойти, но я остановил их легонько помотав головой. Не порти другим завтрак, сказал я и вышел из столовой. А покажи, что надел, я закурил. Кто такой вообще? Ты кто такой? Ты что, совсем страх потерял? Да вот быстрее, говори, что тебе там нужно. Да ты охуею! Он попытался дать мне, но я с легкостью уклонился. Если ты не останешься с Микой, я и мои кореша тебя замочим. Вот это ты зря! Его фраза про расставание с Мику меня разозлила. Ты прогнил. Сказал я, опустив голову вниз. Послышался шорох кустов, и по лену вышли Артём, Мику, Денис и Егор. Артём нёсся в мою сторону. Стой! Не выходи из себя! Когда Артём добежал до меня, я просто взял удар его по лицу. Он улетел метров на 10. Чёрт, он вышел из себя. Мик хотел бы побежать ко мне, но Денис остановил. Мику, понимаю, ты его любишь и хочешь помочь ему, но он уже не различает друзей от врагов. Я понес в сторону этого ублюдка и нанес удар ему прямо в нос, от чего он взвизгнул и летел метров на 15. Это тот темный, блять. Что еще лучше? Я сел сверху и начал бить его по лицу. Еще раз! Ты скажешь кому-либо такие слова, я тебя лично убью! Я хотел бы остановиться, но. Я убью тебя! Нет! Тело стало ужасно, блять, от того, что две мои личности боролись за лидерство, Саша и Тёмный. Саша пытался как мог выпихнуть Тёмного от контроля телом, но Тёмный победил. Тёмный продолжал наносить удары по лицу быдла. Думаю, он бы его так и убил, если бы не... Блин, как я дура зачитать, ладно. Саш, прекрати, я слышал, что он тебе сказал. Я понимаю, что это тебя очень задело. Я очень рад, что ты не прогнулся под него. Очень-очень, но ты не должен его убивать. Я должен. Моя первая личность все-таки победила, личность темного. Уставший с больным разбитым кулаками, просто упал. Откуда они знают? Он победил темного. Бля, хорошо, конечно, но его болит, сука. Дальше я просто не слушаю ничего, так как я отключился. Неоткуда знаю про темного. Вот почему. Они про это знают. Темный. Он молчит мне уже 3 года. А все из одного случая, когда я вспомню, когда он захотел мое тело в этот раз. Я расскажу вам эту историю. О, давай. Заиграл медляк, именно поэтому я не раздумывая пошел на крышу. Выйдя на крышу, я закурил. Музыка из кухни звучала достаточно громко даже здесь. Я стою курю как... Привет! По моему телу пробежал дрожь. Я оглянулся, и я один на крыше. Кто здесь? Ох, не волнуйся, ты здесь один. Я в твоей голове. В голове? Да, в голове. И зачем же ты там появился? Чтобы захватить твое тело. В этот момент мне стало страшно. Захватить мое тело? Но тогда темный не ответил. Темный я его прозвал. Темный я его прозвал из-за того, что он пытался убить меня и моих друзей. Моими же руками. Мои глаза открылись, и я увидел стоящего надо мной Артема. Я попытался встать. О! Ты проснулся! Прости, сказал я, вспомнив, что ударил Артема. Да забей! Я же знаю, что это не ты, а темный. Я улыбнулся. Артем помог мне встать. А где остальные?
Шурик пропал со вчерашнего вечера. Ольга позвонила Дэну и попросил помочь. Они пошли его искать. Понятно. Мы сели под дерево и закурили. Я тут понял, что через 2 дня мы уже уезжаем. Ага, просто даже немного. Жаль, что не поехали на всю смену. Прозвучал горный обед. Пошли. Не, я не пойду. Нет аппетита. Ты иди. Нет, я с тобой лучше посижу. Услышал. Сидели мы так 4 часа. Мы просто болтали, жизнь не курили. Но курили. Я даже начал вспоминать одноклассников и других друзей, мы помимо Артема и Дениса. Начал очень много вспоминать. Голова сильно болела. Скорее всего от того, что я начал вспоминать все детально. Буквально вся моя прошлая жизнь пролетела перед глазами. Раньше был довольно слабым. Я удивлен, что разобрался с этим быдло с одного удара. Скорее всего это из-за темного. Прозвучал горный ужин. Наши животы заволчали, и мы посмотрели на друг друга, пошли в столовую. От ужинов мы пошли покурить. Покурив, мы встретились с ребятами, которые уставшие тяжелые клиноги из леса. Они сообщили нам, что нашли Шурика, что он сидел на втором этаже заброшенного лагеря с Женей. Он попросил оставить их вдвоем, и ребята сказали ему, чтобы возвращались не быстрее. Мы задали вопрос, почему искали только Шурика. А дело в том, что в библиотеку никто не заходил, а в кубах его помощники не дождались. Мод и сказал, что он якобы пропал. Услышав эту историю, мы немного посмеялись и пошли гулять по лагерю. Погуляв по лагерю, мы стали расходиться по домикам. Мы с Артемом быстро зашли за свой домик и покурили. После того, как мы покурили, мы зашли домой и улеглись спать. Снилось? Мне ничего не снилось. Просто уснул и проснулся. Я стоял над Артемом с сигаретой в зубах и сундук в руке для него. Я поставил сигарету ему в рот, надеясь, что он от этого проснется, но он... Он ее, блядь, сожрал! Он подавившись, закашлял. Не пизда. Хуйня! Я ей сказав это, он увидел меня давящего улыбку. Ты чё, сука, сделал? Сказал Артем, сдерживая кашель. Артем, похоже, почувствовал табак с бумагой и фильтром в своем рту. Ах ты, сука! Данная сцена была вырезана, так как в ней мата больше, чем в стихах семи любимого Есенина. Ах ты, сука! И побежал за ним, называется. Умывшись, я встал в полный рост. Чё, курить не пойдёшь? Сказал я, смеясь. Пойду, блядь, шакал ты ёбаный! Не убивай, помилуй! Бля, убью, суку! Артём начал бежать за мной, и я от него влез. Прибежав в лес, я спрятался за дерево. Выглянув из-за дерева, увидел Артёма, который смотрел по сторонам. Ну, пора сдаваться. Я поднял руки вверх и вышел за дерево. Сдаюсь! Сань, дай сигу! А? Я кинул Артёму сигарету, он её ловко поймал. Хвалесов Александр, не обманул! Я показал большой палец, мы закурили. После принятия табака в свой организм, мы сходили в столовую, встретившись с Дэном, Егором и Мику, пошли шастать по лагерю. Завтра последний день. Почему-то при таких мыслях становилось грустно. В этом лагере пробыл не одну неделю, как парни. Я пробыл здесь 3 месяца и 1 неделю. Я ничего не сожалею о том, что тогда сел лифт. Я даже рад. Почему все хорошо должно заканчиваться? Ну, хорошо, хоть Мику с Егором недалеко от нас живут. Я не хочу уезжать отсюда, но я должен. Интересно, у Егора с Мико тоже такая же сильная привязанность к лагерю? Мысли на перебой лезли в голову. Я не понимал, грустить или радоваться. Я не понимал, плакать или смеяться. Саш, из размышлений меня вырвал приятный девичий голос. А, что? Воу. Вот это арт. Я вам скажу честно, вот это хороший арт. Да ничего, ты просто таким грустным выглядел. Все в порядке. Да, конечно, Мико. Я улыбнулся, Мико выглядел ужасно красиво. Легкий румянец на ее щеках от жары. Делал ее лишь милее. Я понимаю того быдлана, что пытался отобрать у меня Мику. Ведь не влюбиться в этом милое личико было невозможно. Погуляв до наступления тьмы, Артем ушел к Алисе, Егор к Лене, а Денис к Славе. Я же проводил Мику и пошел в лес, чтобы покурить. Я не захотел уйти в лес и просто сел на пустой спортплощадке. Я закурил. Дым полетел в небо. Чем-то вспомнилось пару строк из сборника Шарбадеера «Цветы зла». И демон трансмигис баюкая мечту. На мягком ложе зла наш разум цепляет.
Он волю золота души испепеляет, и как столбы паров бросает в пустоту. Ты тут у нас статики читаешь? Я прям стал на голоса. Опять ты. Танцы была, как в прошлый раз, надменное выражение лица. Позади него стояла толпа каких-то пленеров. Почему-то их лиц мне не запомнились. Стихи читать не нужно. Не нужно. Стихи читать не. Стихи читать мне именно нужно. А тебе? Я почувствовал пальцем по всему виску. Для развития вас ума. Я ухмыльнулся. К бытам подошел парень, одетый в странную для пения лагеря одежду. Ну ты чё, Алексей, нужно же проявлять к людям уважение. Он знает хоть, как зовут? Ты, конечно, прав, но имя я вам свое все равно не скажу. Я размял руками. Ну, раз не расскажешь сам, я выбью силой. Странный парень понёсся на меня. Я уже был готов к серьёзной драке, но сразу же понял, что он лишь позёр. «Как?» — спросите вы. «Этот ёбнутый бежал, как чувак из Наруто. Отвечу я вам. Я знаю ногу назад, и когда этот Наруто из пионера лагеря Савёнок подбежал достаточно близко, я ударил его ногой в живот. Он упал в отключку. Бля! Пока я был в коме врачи, вкалывали мне стероиды, что ли?» «Кто следующий?» — сказал я спокойным голосом. Я принял вид, будто готов убить их нахуй. Бля, быстрее либо нападайте, либо съебитесь с моего болота, сука, а то пиздец больно, блядь, в ноге, сука. Ну, никто? Я ухмыльнулся. Я развернулся и начал ходить в сторону леса. Если кто-то хочет рискнуть, нападайте. Но предупреждаю, всех, кто нападет, я отправлю в больницу. Как только я зашел в лес, пришлось устроить низкий старт до домика. Придя в домик, я мысленно послал Артема зависело нахуй, так как он, вероятнее всего, начал повыкаться с Алисой. А я, ебать, сука, лох. Я валился спать. Я почувствовал тычок в спину. Блять, я же только что уснул. Артем, иди нахуй, сказал своим голосом. Саш. А... вот теперь вот этот момент. Вот именно... Поняли уже, когда я... Мои глаза резко открылись окнами, а точнее ко мне. На мне сидела Мику. Вот тебе ты, повар. Как там сказать, как говорится правильно. Пошел тут все. И причем на ней не было формы, только сексуальное нижнее белье. Мику. И вот этот момент. Давайте уже, что это конец, что ли? А нет. Мои глаза резко открылись, и я сел в кровати, схватившись за голову. Сон. Это сон. Саш, ты чего? Сон плохой приснился? И я перевез в сторону Мику. В форме. Там нет, скорее волнующий. А ты чё тут? Мику густо покраснела и, запинаясь, начала говорить. Ну, Саш, мы скоро уезжаем, я хочу, чтобы первый наш раз был здесь, в лагере. Я скачал с кровати и надел на себя рубашку. И Мику удивленно смотрел на меня. Раз... Два, три! Я порвал на себе рубашку. Ну так, я не понимаю, зачем он надел рубашку? Вот он, я в плане этого просто немножко не понимаю. Одел рубашку, зашел в дверь и порвал ее. Зачем? И с криком. Русские не сдаются. Нормальный крик. Выбежал из домика, побежал куда-то. Так бы сделал, если... Так бы сделал я, если бы не любил Мику. Так что? Конечно, Мику. Сказал я и сам стесняясь. Боже мой, я должен я это читать. Кто начнет? Я мужик, блять! Давай я. Ой, боже. Тормоз! Ладно, что я говорю, это...
Я представлял себе, когда первый раз такое, это самое сложное. Это честно скажу. Я уже сам запутался в своих мыслях, блин, отвечаю. Я снял Мику за лицо. Отлично. Нормальное название музыки. Я люблю тебя, прошептал я и поцеловал Мику. Я снимал с Мику вещи и кидал их на пол. Она делала то же самое с моими вещами. Я, короче говоря, я нашел просто такое хорошее, такое... такое изображение точно подойдет, чтобы к этим, например, такое. Вот, я закрываю вот это полностью, ну, нафиг. Да, это будет... это ассоциация того, что вам 18+, будет, так сказать. Неплохо нашел, называется, да? Ладно, продолжаем. Я просто боюсь. Боюсь, отвечаю. Я снимал смеку. А, я уже читал. Я снимал смеку лифчик и принялся играть с ее розовыми сосочками своим языком. Боже мой, я должен что-то читать. Я не буду уже читать, я уже. Я много начитался. Бывало что-то нормальное какое-то, потому что мне прям. А тут прямо все описывает! Описывает все! Подробно. А там не было подробностей никакого, а тут подробно. Боже мой, я читаю такой позже, я не хочу читать. Наконец-то. Спокойной ночи, люблю тебя. Спокойной, Мико, я тебя тоже люблю. Прошло уже минут 20, а я все никак не мог уснуть. Спасибо, иначе никакого там не было. Ну, не читать это, я не захотел читать, там очень подробно. Даже Катал Сол же там не было настолько подробно, вам честно скажу, а тут подробно по полной программе. Прошло уже минут... А, я читал. О, чуть не забыл. Я стал, хотел было закрыть дверь, как вдруг... А вдруг Артём пойдет за запасную пару ключей к Славе и Ольге. Я вспомнил, что у меня есть тетрадь и ручка, и я взял ее и начал писать Артёму записку. Написал ее и решил достроиться все ли разборчиво. Съеби саты, сука, с любовью, Артём от Александра. Да, нам вроде. Я подсунул записку под входную дверь и закрыл ее. Я лег рядом с Мику, укрыв нас. Как только моя голова коснулась подушки, я уснул. Все это время не мог уснуть, потому что он... А пока что Александр и Мику спят сладким сном, Егор с Веной делают то же самое. Артём спит с Алисой, а Денис со Славой. В каком смысле? Куда они делись? А, Артём и Денис пошли искать в медпункте водку. Не ваше такое, а я залечусь пить водку. Ну-ка, сейчас как вместе невыполнимо. Денис взял камень и потер асфальт. Ты ебанутый? Да не очковая! Денис быстро оторвался от асфальта и камень начал чертить круг на стекле. Точно ебанутый. Вместо того, чтобы выполнить в форме круга, стекло просто наебнулось. Но Денис бы вышел из драмы, Денис его откинул куда-то в лес. Артём же залез в медпункт. Денис остался на стреме. Что ты там, скоро? Да-да, сейчас все карманы набью. Какие, блядь, карманы? Нам одной бутылки хватит. Не хватит. Через 5 минут Артём вылез из медпункта. Ты, блядь, куда водяра дел, сука? Артём стоял и попивал фанфурик. Чёрт это фанфурик, фанфурик лучше. Это фанфурик, отвечаю им. Пизда. Боярышник, блин. Закрыто! Это что? Денис сказал пальцем на записку, оставленную Сашей. Пидарас! Сказал Тём, прочитав записку. Ну чё-то, он же с любовью. Ах, ну если с любовью, то... Люблю в ответ, брат. Стопэ, у тебя же ключи с собой. А ведь я и правда. Артём дал ключи из кармана и открыл дверь домика. И наконец-то мы с вами можем пожелать нашему главному герою спокойной ночи. Я проснулся от легкой тяжести на мне. Открыл глаза и увидел, я увидел, что на мне лежит Мику. Я вспомнил вчерашнюю ночь и улыбнулся.
Потихоньку я вылез из-под Мику. Я встал с кровати и только сейчас почувствовал дикий перегар. Чё за? Я посмотрел на другую кровать. Бля, ключи же у Артика есть! Денис и Артём спали в обнимку, около кровати стояло две склянки из-под фанфурика. Ебать! Я решил их разбудить и стянул с них одеяло. Ебать, блядь! Вся кровать была бутылочкой из-под фанфурика! Пусть, походу, блядь, они не проснутся еще очень долго. Вся кровать в фанфуриках. Только сейчас я понял, что стоял над парнями, в чем мать родила? Я представляю, если нет. Я представляю, что когда они прошли, такие умели бы. Бля, Саш, ты какого фига? Ты че нас хотел бы? Я быстро оделся и начал будить Мику. Мику! Просыпайся! Мику открыла глаза. Ой, я не хочу видеть. Она такая милая. Мику увидел парней на другой кровати. Они видели меня как го. Не-не-не, они, походу, нихуя не видели. Мику удивлен, посмотрел на меня. Они пухие, вот в говно. Мика быстро оделся под одеялом и ушла к себе в домик, на прощение поцеловав меня. Слава богу. Я посмотрел на стены часы. Ну, завтрак мы успешно проспали. Чё спим, блядь? Ох, а? Ты ж ты. Парни подскочили тупо в ахуе и с них посыпалась бутылочка фанфурика. Спим, чё? Да не спим, Сань. Вообще не спите. Никак нет. Точно, бля? Так точно. Вы охуели, что ли, войны? Никак нет, Александр Сергеевич. А? Никак нет. Как не спите, бля? Да я не сплю. Вы вообще не спите. Да я вас услышу, понимаете? Да ну нахуй, ты спал тут только что, я не спал. Да я не спал, заслушал просто музыку. Пиздец. Никак нет. Спал. Никак нет. Спал. Никак нет. Честно признайся. Как сказать? Спал. Никак нет. Я слышу, как вы ведете и хуй забил. Никак нет. А что сделал? Никак нет. Что сделал, блядь? Да ничего не сделал. Спал? Никак нет. Ты че, мудак, врешь мне нахуй? Я заебал через плед. Затем никак нет, никак нет, никак нет, никак нет. Еще одну сцену пришлось вырезать в целях сохранения вашего времени. Спасибо. После того, как я все-таки растолкал парней, мы отобедали, после покурили в лесу и пошли терять последний день в лагере. Ничего особенного в этот день не произошло, так что приступим сразу к дню уезда. Обычное утро. Умывание, завтрак, только под вечер произошел угарный момент. Мы с парнями ходили по лагерю, наткнулись на девчат, Мику, Алису, Лену и Славе. Все бы ничего, но Алиса и Лена сидели курили. Алиса пиздец. Почему именно Алиса, а вы читайте дальше. Артем подошел к Алисе, дал ей подзатыльник, отобрал сигарету, вставил ее себе в зубы и ушел дальше. Егор же просто отобрал у Лены сигарету и отдал мне. Marlboro Light. Теперь понятно почему. В автобусе была ночь. Мы все могли уместиться на задних сиденьях. Я, Мику, Артем, Алиса, Денис, Слава, Егор, Лена. Все уже спали, кроме меня. Прощай, совенок. Мы уже приехали. Память начала возвращаться с невиданной скоростью. И я свалился с кровати и взялся за голову. Меня зовут Хвалесов Александр Сергеевич. Мне 25 лет. Живу в Самаре. Так это все было сном? Артем. Твои глаза начали проплывать в образы друзей. Нет, это сон. Ребят, настоящие, а это сон. Быстро одевшись, я выбежал на улицу. Я пошел к остановке, не знаю зачем. Так велело мое сердце. Придя на остановку, я сразу вижу, как на девушку мчится автобус номер 40. Я сразу решил действовать. Я скачу на дорогу и оттолкну девушку с дороги. Боль. Ощущение невесомости. Удар. Боль. Я смотрю на голубое небо. Ко мне начинают подбегать люди, а надо мной склонились спасенная мною девушка. Лена! Ха! Здоров! Ужасно знакомое лицо. Те же зеленые глаза, фиолетовые волосы, заплетены два пучка. Лена! Глаза закрылись, и я погрузился в темноту.
Последнее, что я видел, это ее удивленное лицо и парня, отдаленно похожего на меня, который смотрел на все это издалека, только он был размыт, а я видел. Ты же понимаешь, что это что был еще мир, да, еще до комы. Это все было лишь предсмертным сном. А все твои друзья и знаки — это заблудшие души. Конечно. На самом деле я этого не знал. Да почему ты не боишься? Почему не плачешь? Потому что не хочу. Что ты здесь делаешь, Лев? Я твой личный жнец. Жнец? Как глупо. Такой красивой девочке, так как ты, не подходит. Может лучше? Я на момент задумался. Черный ангел? Лена просто промолчала и жадно смотрела на меня. Хочешь убить? Убивай. Я уже мертв. Все мои друзья мертвы. Я буду себя ненавидеть, если буду жить один. Ты станешь еще одной моей марионеткой в лагере. Я кукловод, и, пожалуй, помещу тебя на место главного героя. Лена бешено смеялась. Шаболда. Лена воспоминательно смотрела на меня. Да как ты смеешь? Смею. С этими словами я ударил Лену головой по носу. Так. Благо, оно ушло в отключку. Я упал вместе со стола и кое-как взял ее нож, развязав веревки. Я разрезал Лену на кусочки. Дорогая моя, если ты думал, что я прогнусь под тебя, то ты ошибаешься. Ты прогнила. Это уже сам это. А, вот она, пионерсаска. Создал пионерсаска, это было его после. Ну, как сказать про эту модификацию? Вот представьте, что перед вами стоит 10-литровая бутылка воды. Вот эта 10-литровая бутылка состоит весь сюжет. И вот из всего этого 2 литра это нормальность. А все остальное это обилие мата и сексуального характера. Во! Извиняюсь, прерывали. Я же продал, что я еще не закончил. И вот те, которые составляют большинство матрицу сексуального характера, курение, вреда курения и алкоголизм, вот это весь сюжет, просто весь. А 2 литра это нормальный сюжет. Нормальный был. Да, нормально. Так что из этих можно сказать, что она подтянет на 3-4 звезды. Минимум 5, 3-4. Если у него было бы нафиг, как сказать, 5 литров нормальности и 5 литров вот это все. Да, можно сказать, было 4-5. Но автор хотел сделать так, чтобы 8 литров было обилие матов и все всякого рода этого, а 2 литра нормальности. Вот такое я описал, такое я сделал разделением в этом. Ладно, так сказать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами я, Валин. И это бесконечный лето. Мод под названием Лифт. Психологический хоррор.